Всем привет, дорогие друзья! Сейчас мы находимся на дамбе, Аланийской дамбе, и отправляемся на один из самых красивых мостов в Алании, Акёпру. Сначала покажу вам дамбу. Вот такая вот здесь красота. Ну а сейчас поедем на мост, оттуда открываются просто потрясающие виды. Добраться туда можно, кстати, только своим ходом. Под Дымчаем мы доехали до самого красивого моста в Алании. Здесь открываются самые красивые виды на реку, на горы и на Дымчай. Пойдемте же скорее смотреть. Друзья, это на самом деле одно из самых красивых мест в Алании. Называется Акёпру. Сейчас я вам покажу, какие виды отсюда открываются на реку Дымчай. В общем, природа. Смотрите сами. Это просто невероятная красота. Дух
захватывает. И, как я уже говорила, немногие знают, что в Алании есть такое место, куда можно приехать, к сожалению, только своим ходом, только на машине. В общем, если вы берете машину на прокат, или у вас есть твоя машина, обязательно сюда приезжайте. Ну, а теперь наслаждайтесь видами с моста на реку Демчай, на природу, в общем, на всю эту красоту. У нас красота в Алании, посмотрите, очень красиво. Это место, как я уже говорила, мало кто знает, это просто мост, но как я его обнаружила, как я точнее обнаружила, что отсюда открываются такие красивые виды, я просто увидела фотографии с открытия этого моста и просто поразилась красотой этих мест. И вот уже второй раз мы сюда приезжаем. В прошлом году мы тоже сюда приезжали. В описании могу оставить ссылку на видео, которое мы снимали в прошлый раз. Ну и, как я уже сказала, вы, конечно же, тоже приезжайте, если у вас будет возможность. Очень здесь красиво. Сейчас уже солнце заходит, точнее, оно скрылось за облаками, поэтому вода не такая бирюзовая, как бы ее хотелось видеть. Поэтому приезжайте в солнечный день. Очень-очень вам, я думаю, что понравится. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Всех всего хорошего. Всем всего хорошего. Очень мы устали. Пока-пока. Всем пока-пока. Добро пожаловать в Аланию. Да. Да. А еще бонусом мы обнаружили вот такую вот ящерку. О! Бегает туда-сюда. Короче, Айхан, когда здесь мыл руки, он ее обнаружил. Сейчас будем выпускать. Тамам. Там, брат, чинчик. Fazla yaklaşma, kaçar ondan. O seni bizi gördüğü sürece gelmeyecek ki. Ben o yüzden çekiliyorum kenara, gel. Yukarı çık bu arada taşa. Anasasya. Taşa çık, taştan çekebilirsin.